Доброе утро, воскресенье, и наконец-то едем к собачкам. Они уже по нам соскучились. Ну, у Марины была, по-моему, в прошлый раз была другая Марина, а в этот раз поедем уже мы с Мариной вместе. Все, вперед, навстречу к собачкам. Все, мы в Полушкино. Лошадки. Простор. Какашками воняет. Красота. Привет, собаки. Малюшка. Мо-мо-мо-мо. Артюшка, Малюшка. Кто там? Рыжулька. Где Рыжуля? Рыжуля, ты где? Рыжулька. Привет, Рыжулька. Собака. Полевая кухня. Нет, не полевая, не кухня, а это как ее? Медучреждение. Как называется медучреждение? Короче, кабинет медицинский. Там у нас мясо рубится, Нина Андреевна. Нина Андреевна у нас мясник. Марина медсестра. А я папарацци. Сложу потом в отдельный пакет. Следующий пациент. Нина Андреевна, идите дверку мне подержите. Марта, угомонись. Кто первый у вас на прививке? Так. Красная. Что-то в одной много. Тихо! Марин, давай подержу, Марин. Тихо, Марта! Колода? Следующая? Нет, еще. Это все Молли, да. Уйди отсюда, Марта! Иди сюда. Мартюша, подожди, тебя тоже радость такая ждет. Ну, чтобы зайки не болели, чтобы были здоровые и здоровые. Все? Все, следующий пациент Марта. Вот это. Марта, да. Вот она. Да, поймай ее. Марта. Хаба. Я кошкам-то не могу одна сделать. Ну, видите, у Марины сноровка. Я тоже с вами не могу. Я не могу. Но можно вызвать Марину. Ее и так все кошки боятся уже вокруг, и собаки из-за прививок. Давайте мне сразу шлейки, я их одену. Так, а где шлейки? Пошли, Мартюша. Давай, ты приличная собака. Идем рядом. Там хрюшки гуляют. На свободном. Вот он. Смотрите, какой хряк. Я не знаю, вам видно, нет? Хороший? Это ниф-ниф или наф-наф? Нет. Не подходи, Владик. Не подходи. Сожрет тебя с потрохами. Пошли лучше туда, пошли туда. Пошли, он не боится тебя. Боится, пошли. Боится. Конечно, ты страшный, вот он тебя боится, да? Синий гаячий. Марта, рядом. Не даю Марту, не пускаю. Потому что нужно, чтобы они немножко друг от друга вдалеке ходили. Ну и учить ее, собственно, дистанцию держать. И ходить рядом. Так что Марта рядом. Рядом? Рядом. Я суровая, я кота научила мячик носить. Что мне собака? Ха! А тут уже, кстати, проснулось озеро. Озеро Надежды. Артюш, пойдешь купаться в озеро Надежды? Артюша? Не, Марта не хочет купаться. Холодно еще, конечно. Вот, смотрите, какое живописное, да? О, что творится-то? Что творится?
Что творится-то у собаки, а? Весна в душе. Когда в душе весна? А вот это вот следы от хряков. Потому что здесь ниф-ниф и наф-наф в свободном выгуле всю зиму. Да, они тут бороздят, где хотят. А там вон еще лед стоит, кстати. Но красиво же. Такая весенняя пробуждаемость. Нет, нет, нет! Не надо! Что тут происходит? Так рядом! Сейчас вся грязюка будет. Собрали всю грязюку? Пошли! Что творится-то, рыжулька? Теперь с рыжулей гуляем. Пошли! Пошли, рыжуленька! О, весной запахло, да, рыжуль? Весна, весна! Весне дорогу! Так, рыжуля, ищи подснежники. Ищи. Где подснежники? Пока не найдем подснежник, весна не наступит. Ну-ка, не верю в весну. Пошли искать подснежники. Мою собаку. Пошли искать подснежники. Здесь только мусор. Подснежников не видно. Смотрите, утки. Утки, утки, утки. Не знаю, будет вам видно или нет. Вон побежали. Они тут купались прямо в болоте. Я их заметила. Стала подходить, они в рассыпную от меня. Парочка. Парочка уточек. Все, утки ушли.